45-летнего подозреваемого можно было бы назвать заядлым курильщиком, но такой внушительный запас сигарет он приобрел совсем не для личного потребления, а на продажу. Выгода очевидна, покупатель всегда найдется, даже несмотря на то, что товар с поддельными акцизными марками, либо вообще без них. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной и табачной продукции, сотрудниками отдела экономической безопасности Межмуниципального управления МВД России Энгельской и Саратовской области установлен факт хранения с целью реализации немаркированной алкогольной и табачной продукции жителям города Энгельса. Всего из гаражных боксов оперативниками было изъято около 145 тысяч немаркированных пачек сигарет и алкогольная продукция. Общая стоимость изъятой партии более 16 миллионов рублей. По результатам проведенных мероприятий Следственным управлением Межмуниципального управления МВД России Энгельской и Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса России. Федерации. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.